Приветствую вас, мои орхидрозья! Хочу показать вам свои фаленопсисы, которые у меня сейчас цветут. И сообщить вам одну новость о том, что я не на шутку увлеклась флористикой. Я стала делать букеты, и, конечно же, я добавляю в них свои любимые орхидейки. Кто не подписан на меня в Инстаграме, подписывайтесь и смотрите, какие букеты получаются из орхидей. Ну, не из орхидей, скажем так, а с добавлением орхидей. Ссылку на свой профиль в Инстаграм я оставлю в описании под этим видео. Ну, а сейчас немного расскажу о фаленопсисах, которые у меня цветут. Вот этот малыш цветет у меня первый раз. Он совсем был маленький, когда мне пришел, минимальный размер был. И вот он зацвел первый год вместе с каодой вот с этой. Одного они возраста. Ну вот этот беглипчик, он у меня уже второй раз цветет. Очень мне нравится, такой ярко-пятнистый у него окрас, сочный, красивый беглипчик. Фаленопсис Пикассо начинает расцветать. Два цветочка расцвело, очень красивый центр такой у него, как будто глаз посередине цветочка. Особенно вот на этом цветочке практически нет пятен, только этот глазок внутри. А вот такой беглипчик растет, расцветает вернее. Он немного меньше, чем стандартный фаленопсис, он скорее всего миди-фаленопсис, я так думаю, из этого разряда. Но губа у него совсем не миди, а прямо на размер, как у стандартного фаленопсиса. У него есть название какое-то длинное, не помню я его. Фаленопсис шоколад собственной персоны. Помню, одно время за ним все гонялись. Не знаю, сейчас спал на него ажиотаж или нет. Но вот у меня есть один и цветет сейчас. Он у меня чуть не умер, как-то я его очень долго выхаживала. И вот он первый раз зацвел у меня после этого, после реанимации. Но этот дикий кот цветет. Тоже у меня реанимационный он был. Это Чармер. Чармер красавчик. У него лепесточки сипали, похоже, или питали это немного на бабочку, такую форму имеют. Это, кажется, фаленопсис флэш он называется, не помню точно. Очень мне нравится такой у него окрас, необычный очень для фаленопсисов. Это Тинкербелл Кис, всего тремя цветочками расцвел. Суховато я его содержала летом, наверное, поэтому он не выдал обильного цветения. Фаленопсис Аполло цветет. Яркий, очень яркий красавчик, прям ух! Хочу его добавить в какой-нибудь яркий букет, будет очень красиво смотреться. Кстати, у него есть уже детка, которая цветет. Посмотрите, девочки тамбовские, кому нужен такой Аполло фаленопсис, могу поделиться деткой. А этот цветет, кажется, называется панда фаленопсис, если я не ошибаюсь, или Пиноккио, я их путаю все время. Необычная форма лепестков у них, сипалей, не как у обычного фаленопсиса, а такие они вытянуты. Ну и вот общий вид всего того, что сейчас цветет у меня. На подходе еще много фаленопсисов в цвету, так что скоро сниму еще одно видео. Спасибо за просмотр, всем пока-пока!